Нравится ли вам полный привод? Я задаю этот вопрос всем. И начинаем беседовать о его смысле. Во-первых, машина на полном приводе кушает любого топлива больше. Все-таки два колеса грузит ваше двигло. Может, у кого-то все круто, но после наезда под сотню вы 30% переплатите за ваш полный привод. А это 96 тысяч вашего семейного бюджета. Надо ли такое? Может быть, вы хотите участвовать в гонках? Ну хорошо. И вам надо понимать, что гонки на машинах круты, круче только авиация. Есть такие деньги? Да пожалуйста. К слову о полном приводе. Да все нормальные машины его и производят. Нужен ли он? Вопрос. Все-таки для полного привода я мечтаю говнолазы. Там нужно. Зачем пиндосить нормальные движки, я не понимаю. Хотя по сути то. Круче крутится недорогой мустанг с недорогим двигателем по налогам о заднем приводе. И это все круто, как и все американское. А так вопрос покупки субарика с оппозитным движком для меня никак не стоял. Проще взять Nissan Stage и не париться с кишками. Там двойное перекрытие крыши машины говорит о возможности снимать автомобили легко. Но идеальный вариант – Lincoln Continental со стеклом. Исключительно комфортная подвеска делает съемки сюжета замечательными. Subaru Legacy Outback с двигателем 3 литра, боксер, 245 лошадиных сил. Вы ничего не заметили? Из старых наших передач микрофон греши вот здесь вот. А почему? Потому что машина хотя и на автомате, но я хочу полюганить. Максим сейчас меня немножко осудит. Километров в час сходу. А, вот это сбитый автомобиль. Если бы я был в этом обалденном люке, то вы бы видели все эти слюни, которые у меня вытекли. А такой скорости они туда, в общем-то. Машина с оппозитным боксером 3-литровым. Вам это позволяет еще и почувствовать при нажатии на педаль газа, даже в режиме драйв. Оппозитный движок. Тоже, казалось бы, недостаток. Ну, очень неудобно менять свечки. Этот автомобиль, пожалуй, самый харизматичный из всех японских автомобилей.